как бы отдавая дань важности этого жеста в культуре. Расскажу, какие бывают виды касаний, и потом какие смыслы передаются при помощи касаний. Что такое культурные касания, что такое бытовые касания, зачем люди прикасаются друг к другу, что означает отсутствие прикосновений, как возникают неврозы у детей, если не касаются матери их, что такое поцелуи, что такое объятия. Вот это об этом идет речь. Вот такой вот жест, хак, вот это жест типичный для американской культуры. Быстрое объятие верхней части тела, тем, что, причем девушка может также хагнуть и мужчину. Это такой нормальный жест, свидетельство доброго отношения. Вот, просто одного человека другого. Радость при встрече после долгой разлуки каникулярная, очень, очень популярна. Поляки говорят, целуют руку. Вот. Поцелуй руки, это приветствие в польской культуре. Одно время они, как европейцы, перестали, а сейчас юноша целует девушкам руку при встрече. Там, мальчик 16 лет, целует девушке 14 лет, вполне свободно. То, что раньше, то не было.